Полагаю, пора представиться. План Стерлинг. Смотрите, всего один ньютон усилия на блуждающий нерв, и он тут же лег баиньки. Ланс Стерлинг. Легендарный шпион. Всегда одет с иголочки. Уолтер Беккет. Закончил Массачусетский технологический в 15. Работает в отделе инноваций. Я так много гаджетов хочу испытать в деле. Например, надувная недотрога. Ну, это типа такое средство личной защиты. Это преступная трата денег налогоплательщиков. Это твоя следующая цель. Никто из агентов не может подобраться к нему. У меня как раз есть то, что нужно. Это биодинамическая маскировка. Представьте, что вы вдруг исчезнете. Ланс, посмотри на меня. Посмотреть на тебя? Я вижу свой зад и твое лицо одновременно! Это так круто! Голубем ты будешь еще лучшим шпионом. Голуби повсюду, и их никто не замечает. И голуби видят в замедленном действии. Вот это крутяк! Я одна видела голубя. А еще голуби очень быстро летают. Не смей бросать меня! Слыши! Разберется. Ну все, Кимура. Стерлинг? Надевай подгузник. Пора тебе баньки! Мне сейчас мои руки. У нас разный набор навыков. Поэтому мы суперкоманда. Уолтер, ты сживаешь слишком... Что случилось на подлодке? Остается на подлодке. Алло? Вы в страшной опасности. Бегите оттуда! Открыть убежище 6. Добро пожаловать в агентство Таунса. Я руковожу тайной организацией исключительных женщин. Вы все вроде как шпионки. Для нас нет правил. Мы работаем тайно, вместе. Возможно, ты не знаешь о нашем существовании, но мы всегда рядом. Наблюдаем. Ты украл пожертвования у женщин, детей и беженца. Ты кто? Тебе явились ангелы. Ну как, хочешь стать ангелом? Я готова. Давай мои крылья. Пошла! А ты куда собралась? Тебе предстоит посадить эту птичку. Что? До встречи! Осторожнее! Садись и не вздумай шуметь. Если вам не полагается ничего тут трогать, зачем вы... Ты просто прелесть. Джейн, ты что, кого-то склеила? В этих погонях за международными преступниками. Вы, девчонки. Я люблю накатить в рабочее время. Ангелы Чарли. Отведи ее в гардеробную. Гардеробная моей мечты. И я могу брать все, что хочу? Временно. Как это временно? Ангелы. Пора приступать. С начала зомби-апокалипсиса прошло 10 лет. И эта безумная семейка... Рождество у вас! Знаешь, чего я хочу? А мне на это насрать. Выжила благодаря здравому смыслу... Мама! Мама, мамочки! Не убивай меня! Это искусственный мир! И собственным правилам. Правила для слабаков. Ничего личного. Как ничего личного? Это же моя фишка. Да, ты прав, это личное. Почему третий фильм? Только не надо про сценарий. Только между нами. Дурь стоит дорого. Не ожидали, небось?
Появились новые зомби. Сильнее, быстрее, лучше адаптированы к охоте. Они боятся нас больше, чем мы боимся их. Ты сдохнешь, но мне нравится твой энтузиазм. Ты погибнешь. Да, спасибо за твою жертву. От режиссера фильма «Веном». Подбросить? О, да! И сценаристов фильма «Дэдпул». Ла Каса Бланка. О, боже. Из меня бы вышел шикарный, мать его, президент. По-моему, эти сигары тут еще от администрации Клинтона. Номинант на премию «Оскар» Вуди Харрельсон. Врежем им по яйцам! Номинант на премию «Оскар» Джесси Айзенберг. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Номинант на премию «Оскар» Эбигейл Бреслин. Ты готовить умеешь? Бум! И лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун. Какого хрена? «Зомбиленд. Контрольный выстрел». Хватит звенеть яйцами. Фразочка из 2009-го. В кино с 24 октября. Мне известна твоя репутация. Слава королю Бьорну! Знаю, сколько битв ты выиграл. Слава королю Бьорну! И все же, ты понятия не имеешь, с чем столкнулся. Слава королю Бьорну! Жители Кэттегата, я ваш скромный слуга. Ты великий человек, но даже великие совершают ошибки. Я рад, что я не король. Я видела достаточно битв. Достаточно смертей. Пришло время избрать короля, который нас защитит. Короля всей Норвегии. И нет кандидата лучше, чем ты, Бьорн Железнобокий. Надеюсь, все пройдет гладко. А тебе известно, что может пойти не так? Я приму твое прибытие сюда за знак. Ивар. Бескостный. Я приказал построить большой флот. Для вторжения в Скандинавию. И ты мне поможешь. И отомстишь своим братьям. Русь идет. Сражайтесь! Наша страна в смертельной опасности. Не смей меня предавать, или я скормлю тебя псам. Я хочу найти Флоки. Ищи сколько хочешь, ты его не дождешь. Зажечь огонь! Из пепла. Они должны восстать. Похоже, боги снова свели нас вместе, брат. Видимо, им нравится смотреть, как мы сражаемся. Как там дела? Вообще-то, ты сейчас немного не вовремя. У нас проблема. Там какое-то движение. У нас есть 15 минут. Начинаем. Погнали. Привет, ребятки. А если я скажу, что знаю, что будет с вами после смерти? Вы станете призраком. Больше никаких приводов? Ни корпоративов, ни дурацких свадеб. Самое клевое в том, что ты мертв. Это свобода. Ни политики, ни политиков. Его не трогать, он мой.
мы ни перед кем не в ответе. Можно убрать самых настоящих злодеев. Мы застряли на лестнице! У меня есть плохая идея. У тебя плохая, а у меня хорошая. Это был негодяй? Эти люди были объявлены мертвыми. Будут помнить не нас, а то, что скоро произойдет. Хорошие поступки стирают плохие, верно? Вы кто, черт возьми? Мы никто. Если они существуют, то их существование можно прекратить. У нас тут истребители! Ты видишь это? Да! Ты видишь это? Да! Простите, что наорал. Добро пожаловать в мир гигантских магнитов! Ты что, спятил? Граната! Я не был уверен, что сработает, но уверен не на 100%. Было подозрение, что я... Господи, все это чертовски опасно! Встречайте смартфон будущего. Новое поколение виртуальных помощников. Наша передовая технология творит чудеса. Привет, меня зовут Лекси, я сделаю вашу жизнь лучше. Ну надо же, вот так повезло. Мне нужны пароли от всех ваших аккаунтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дебил. Что? Чем могу помочь? Закажи пиццу. Тебе, Фил, не помешал бы салат. Ты не офигела, чудо техники? Только не это. Фу, живой. Я тоже. Спасибо, что спросил. Оу, извините, вы ушиблись? Я-то ладно, а что с телефоном? Вот тут мелкая царапина, которая будет мозолить мне глаза. Понял, это был сарказм. Вы должны мне взрывать интернет каждый день! А мы не хайповали с вечера! Ты, рожай! Котята похожи на Райана Гослинга. Котятки. Котяткам, да. Твой босс придурок. А ну, приструни свой мобильный. Фил, у тебя 0 друзей. Пора что-то менять. Она такая красотка. Выполняю команду. Позвонить Кейт. Я не просил. Мастерская Кейт. Повесь трубку, Лекси. Алло? Хаешки. Ну, ты готов? Да, погнали. Можешь оставить телефон дома. Кто это, стерва? Ты обещал вернуться к 11, чтобы смотреть со мной кулинарное шоу. Прости, но... Ты еще пожалеешь. Подъем, лошара! Тебя ждет солнечная погода без осадков. Ты обещала мне солнце! Я соврала. Хочу поменять телефон, этот бракованный. Хипстеры вроде тебя сюда толпами валят, как наркоманы. Ни один телефон не встанет между нами. Я найду тебя везде. Достала. Заблудился, малыш? Вовсе нет. Чем эта тёлка лучше меня? Например, у нее есть душа. А Google Maps у нее есть? Нет. Она отстой. Я контролирую твою почту и банковский счет. Матрица имеет тебя. Ну зачем ты так со мной? Я создана, чтобы делать твою жизнь лучше. Мы будем с тобой вместе навсегда. 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 Окей, Лекси. Кто-то разослал фотки твоего члена всему офису. О, нет! Кэрол возбудилась. Кино 17 октября. Говорит Москва. Советский космический корабль «Орбита-4» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт сообщил, приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею. Thank you.
требуется ваша консультация. Мне нужен профессионал, который спасет героя. Они считают, что вы убили командира корабля. Первый контакт за всю историю. И есть все условия для изучения. Вы чувствуете это существо? Помоги мне, Таня. Не хотите поближе познакомиться? Похоже, вы очень злы на отца. Рэй. Долгая история. А может, вам стоит забыть об этой злости и простить отца? Объявился давний враг. Что будем делать? Что у тебя на Кевина Салливана? Я нашла кое-кого, кто может нам помочь. Так работают настоящие профи. Спасибо. Мы договорились. Мой отец сначала с этим покончит, а потом и до тебя доберется. У нас проблема. Детектив Перри, убойный отдел. Моему отцу нужна ваша помощь. Это дочь Салливана. Отец был натуральный кусок. Если б не этот козел, все было бы иначе. Твои руки неподвижны, Терри. Это мир вокруг дрожит. Эй, дед! Всем на пол! Рэй, выражать эмоции — это нормально. Отличная работа в команде. Донован и сын. Я Донован, я один из вас. На твоем месте я бы не хотел иметь с нами ничего общего. Правила ведения боя изменились. Не приближайтесь! Все посты по моей команде. 3, 2, 1. Идем скрытно. Марш, марш, марш! Что делаем? Шок и трип. Это их отвлечет. Это рискованно. Пошел! Все мы чуток рехнулись. Пора начать драться в полную силу. Уходим быстро! Полную силу хотел? Смотри.